Еще один фестиваль прошел на выходных в Центральном парке Люберец. На этот раз жители городского округа пригласили петь и танцевать под дождем. Их ждали дефиле с зонтами, яркие осенние фотозоны и музыкальная программа. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент. Ждем мы следующего участника. Это настоящий зонтик с домиком. На создание этого креативного зонтика Артур Альханский потратил весь вечер. Тщательно продумал дизайн, вооружился подручными средствами и взялся за работу. Воплотить идею в жизнь мальчику помогла мама. Мы были вдохновлены сказкой «Конек Горбунок», а именно частью ее «Чудо-юдо-рыбакит». На нем было поселение, а мы решили тоже сделать. Картон, краски и киндер-сюрприз. Несмотря на солнечную погоду, зонтиков в Центральном парке было много. Свои авторские работы продемонстрировали около 20 детей, а зрители выбрали лучшие. Всех, кто своими руками украсил главный осенний аксессуар, ждали призы и подарки. Мама и папа мне помогали этот зонтик делать. И шариков воздушных. Очень нравится, как получилось. После дефиле и награждения участники фестиваля приняли участие в ярком флешмобе. Площадь перед сценой запестрела разноцветными зонтами. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.